Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Сегодня откроем 15 классных сюрпризов Who's Your Llama, фанко-фантастические твари, Lost Kitties, Super Zings, Moji Pops и многое другое. Будет интересно? Ставь лайк и поехали! Начнем с шоколадного яйца Mega Secret Emoji. Сегодня понедельник, не забудьте зайти в мою группу ВКонтакте и посмотреть, кто стал самым активным подписчиком за прошлую неделю и получит 5 моих повторных игрушек. Ссылочка будет в описании под видео. Собери коллекцию улетных эмоций. Обычный радостный смайлик. Игрушка сделана в виде брелка. Жалко, не объемная. Пакетик Super Zings, первая серия, герои против злодеев. В коллекции больше 80 фигурок. Все игрушки делятся на кланы. У каждого клана есть свой капитан. Мэд клан, Кул Трап, Мутанты-бандиты, Центральный патруль, Фуриос Гэнг, Стар Тим и две супер редкие фигурки, это супер лидеры. Один героев и один злодеев. Мне попалась вот такая прикольная фигурка. Человечек в виде пачки попкорна. Улыбается и куда-то пальчиком показывает. На глазах у него красная маска, за спиной длинный развивающийся плащ. Игрушка сделана из резины. Давайте найдем его на вкладыше. Вот он, Паукорн. Кстати, каждая фигурка может быть выполнена в двух цветах. Паукорн у нас герой. Он в группе Cool Trap. Шоколадный шар Чупа-Чуп, свинка Пеппа, принцесса. Все в коллекции 9 фигурок. Попался дедушка Свин. И судя по его синей мантии и колпаку, на которых изображены звездочки, он скорее всего какой-то звездочет или астроном. Фигурка стоит на подставке. Кстати, подставка крепится плохо. Маленький Lost Kitties. Вторая серия потерявшихся котиков из 36 фигурок. Здорово, такого котика у меня еще нету. И он катится с горки на санках. Какой у него безумный взгляд, наверное, корка крутая. На голове у него шапка с помпоном. Классный котенок. Зовут его Слопес. Есть еще наклейка. Похоже, котенок не просто с горки катится, а еще с какого-то трамплина сейчас прыгнет. И поэтому он так испугался. Из маленьких котят Lost Kitties у меня уже собралась половина коллекции. Контактный зоопарк Smart Sweets. Прикольная коробочка в виде домика. Открываем дверку и достаем игрушку. Это у нас лошадка. Сделана по мультяшному. Есть небольшие косячки в покраске. Так, что еще тут положили? Это похоже на упаковку сена, чтобы кормить лошадку. Так, вот вкладыш. Да, вот он, сток сена. А в коллекции всего 8 зверей. Ёжик, ослик, корова, кабан, лошадь, кролик, овечка и свинья. Также есть вот такая наклейка с лошадкой, которая пасется на лугу. И еще пакетик с конфетками. А для лошадки есть домик. Киндер-сюрприз, семейка бегемотиков, спортсмены.
Всем в коллекции 8 фигурок, не осталось найти вот этого и пирата на лодке. Прикольная фигурка бегемотика, который участвует в соревнованиях по фехтованию. В руке у него шпага. Одет он в костюм и защитные очки. Стоит на подвижной подставке. Также есть наклейка с номером 12. И вот такой тренировочный стенд. Бегемотик должен попадать в кольца. Тренируется к соревнованиям. Пакетик Отбот с веселыми чудиками. В первой серии Отбот 50 фигурок. Каких тут только чудиков нету. Также есть вот такие редкие и супер редкий золотой чудик. Радостный зеленый чудик по имени Зи. Открыл свою зубастую пасть. Смотрите, какие у него острые зубы во рту. Прикольные у него усики, как у бабочки. Сзади две пуговки. Качество игрушки шикарное. В руках он держит какую-то табличку с вот таким знаком. Интересно, что он хочет нам сказать? Кто знает, напишите в комментариях. Пластиковое яйцо тачки. Внутри пакетик с фруктовыми постилками. Разборная машинка. Прицепил ей колеса и спойлер. Это Джексон Шторм. Внутри тачка пустая, сделана из пластмассы. Колесики крутятся. Но чтобы Джексон Шторм больше был на себя похож, нужно приклеить вот такое огромное количество наклеек. А всего в коллекции 5 тачек. Киндер Джой Звездные войны. Все в коллекции 8 фигурок. Мне попался штурмовик. В руке он держит бластер. На плечо у него накинут черный плащ. Выглядит сурово. Фигурка сделана неплохо. Жалко только, что ее обрезали по пояс и поставили на подставку. Лучше бы цельную сделали. При помощи этой подставки штурмовик может стрелять вот таким снарядом. А в кого он будет стрелять? Вот в такой звездолет. Пакетик Моджи Попс, первая серия. Ускакал куда-то. В коллекции 90 фигурок. И есть 12 эмоций. Кстати, эмоции можно менять между игрушками. И вот такие фигурки тут есть. Питомцы. Дом. Природа. Путешествия. Глиттерные. Спорт. Еда. И музыка. Мне попалась прикольная зеленая облачко с молнией. Правда, на небе я зеленые облачка не встречал. И она нам подмигивает. Само облачко резиновое. А эмоцию можно поменять. У каждой фигурки их две. Было подмигивающее, а стала вот такая безумная. Давайте найдем ее на вкладыше. Это игрушка из группы Природа. Вот она, Флаффи. Sweetbox, кстати, Teddy and My Blue Nose Friends. Прикольная белка. А с другой стороны медвежонок. Внутри пакетик с мармеладом и с игрушкой. Знакомство продолжается. Встречай друзей знаменитого мишки Тедди. Голубые носики, лоскутные заплатки и чарующие обаяния. Полярный медвежонок, крольчонок, совушка, хомячок, бобренок, коала и муравьед. Собери коллекцию 7 милых зверят. Узнай лучших друзей мишки Тедди. Интересный подбор зверюшек в этой коллекции. Мне попался Бак, трудолюбивый бобренок, постоянно любит что-то грызть своими острыми зубками. Какая милая фигурка, голубой бобренок, с огромным хвостом, полосочка, заплаточка у него есть, еще одна на лбу, два зубика торчат, голубой нос. Фигурка сделана из пластика. Классная коллекция, такую я еще не собирал у Свитбокса. Конечно, очень хочется найти этого зайчика, а также на муравьеда посмотреть. Киндер-сюрприз супер-крошки.
коллекция из 8 фигурок. Неразлучное трио суперкрошек на розовом сердечке. Одна сделана объемной, а две в виде наклеек. Вот сюда приклеиваются. Тоже тут есть кисточка. А к кисточке идут вот такие краски, желтая и синяя. Коробочка Фанка Мистери Минис. Фантастические твари преступления Гриндевальда. Все в коллекции 15 фигурок. Попался Гриндевальд. В руке он держит бузинную палочку. И похоже, сейчас что-то страшное колданет. Смотрите, какой злобный у него взгляд. Разноцветные глаза. Прикольная прическа, прям как в фильме. Все сделано объемно. Также объемные брови и усы. Одет он во все черное. Самое шикарное у него лакированные черные ботинки. С застежками. Качество фигурки великолепное. Эта фигурка попадается в каждой 12-й коробочке. Киндер-сюрприз на Тунс. На Тунс длиннохвостые животные. Глазастая обезьянка. Сделана из твердого пластика. С длиннющим хвостом загнутым. За хвост фигурку можно куда-нибудь прицепить. И у меня остался последний большой сюрприз. Who's your llama? Кто твоя лама? Сейчас мы узнаем, кто наша лама. Давайте быстрее откроем. Так, вот она лама. Аксессуары. И есть вкладыш. Это первая серия. Всего в коллекции 12 лам. Они делятся на 4 вида. Вот эти ламы могут плеваться. Вот эти показывать язык, эти улыбаться, а эти моргать или подмигивать. Фигурка довольно крупная. Какая забавная, голубоглазая, длинные ушки у нее и вся похожая на барашка. Маленький хвостик. Ножки у фигурки, кстати, двигаются. Лама может вот так лежать. Фигурка сделана из пластика. Что это она там вверху увидела? Это похоже платье для ламы фиолетового цвета. Давайте ее оденем. Тут есть специальная застежка. Теперь фигурка стала покрасивее. И у ламы появились крылышки за спиной. Наверное, теперь какая-то фея. Так, что во втором пакетике? А это прическа. Вот такая красотка. С пышной розовой прической, с крылышками за спиной. Вот она, лама Фейри. И она может показывать язык. Сейчас проверим. Вот, и еще фигурки крутится голова. А язык она, наверное, показывает, если на нее надавить. Точно. Дразнится лама. Язычок нам показывает. Прикольная фигурка. Правда, дороговато стоят такие сюрпризы. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались. Больше всего мне понравились Гриндевальд, Бобер Бак, Котенок на санках, Чудик и Облачко Моджи Попс. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку со сладостями.